быть рэббит. Смотрите на меня, ребята, я рэббит. Дайте потрогать. Какой-то рэббит, ты женщина. Ну и что? А почему у женщины мешочек, блядь? А чего мне нравится? Я тоже женщина. Я тоже женщина. А, ну вот. А, вы женщина. Дрэк, а ты что не девка, блядь? Я женщина? Дрэк, тебя никто не осудит. Правильно, все. Все правильно. Как ты женщиной? Смотрите, какой красивый рэббит. Ля, блядь. Как ты женщина? Да там боди, боди. Смотрите, Илья вот здесь, Илья. Вот нажал, нажал. Я женщина. Во. Ебать, тут танцы. Ой. Что? Undead, демон, гост. Бля, какой-то страшилка. Нам нужно будет поделиться против Опа. Кого... Ой. Алло. Да, я слышал. Квадроберы против демонов, работаем, ребята. Мы должны будем выжить, парни. Блядь, квадроберы против демонов. Ой. Так. Привет, ребята. А что эта штука делает? Тут можно что-то купить, парни. У меня тоже все охуенно. У меня все заебись. У меня и хуёво по кадрам. А что это за дверь? Ну вот это, блядь, это... Ой! Парни? Пацаны? Парни? Парни! Пацаны, ой! Блять! Напугала хуйня. А что тут делать надо-то? Наверное, а куда он пошел? Надо что-то найти, да, какие-то штуки. Ой, нашел какую-то дверь! Нихуя не нашел. Блять! Какая-то страшилка, да, хуя. Парни, стойте, я один не хочу ходить, я одному страшно, блядь. Книжка. Ой, Библию нашел, походу. Ага, там. Ой. Что случилось, Антон? Ой, блядь, что это за залупа, еб... А что там? Ой, блядь! Блядь! О, oh, no! You wanna suck my dick? Окей. Ты где парней увидел? Блядь. Ну отъебись, брат! Уйди, иди туда, там Дрейк, он очень любит срать пакет. Сосать, хуесос! Антон, иди сюда! Ой! Антон, иди сюда! Я живой, да, тут прикол. Я здесь распаковываю прикоп. Здорово, работяги! Добро пожаловать на скинозавод. У нас тут все просто. Посередине баланс шестеренок. Их тебе сразу же 1000 штук насыпет. Слева конвейер кейсов. Стреляй по кейсам и смотри, что внутри. Одно открытие стоит всего 10 шестеренок. Справа скиногенератор. В нем раз в 2 часа производится бесплатный скин, который можно улучшать за шестеренки. Твой прогресс сохранится до конца осени. А снизу мастерская. Там наша шурочка чинит получаемые на заводе скины и помогает их вывести в твой Steam. Ссылку на временный скинозавод на Epic Drop я оставил в описании. Получи 1000 шестеренок за регистрацию и осеннюю операцию с халявным ножом бесплатно. Джейн. Блять, нахуй ты орешь, да? Пошел нахуй, отсосать. Ой, боже. Не надо! А что у тебя с голосом? Антон? Антон? Алло, Антон, как дела? Я не хожу, я лежу, а ты? Говори на пробел, дурак, блядь. А, привет. А чё у тебя с голосом, блядь? А что у меня с ним? Все сдохли, нахуй. Так, ребята, давайте будем разделяться. Да, нам нужно вместе ходить.
Еще раз. Ребята, для начала, блин. Ребята. Нам нужно очень собирать надо там всякие разные штуки и понять пацаны, по мобам, кто он. Разделяться пиздец как надо, потому что нам эти предметы, которые ебашат демонов. Да, 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 да. И деньги на ходить, чтобы не было страшно. Я находил блядь, стоп, Библию, там же была подсказка. Я не понял, как это работает. Ребята, бля, я полный. Собирайте деньги, за них можно покупать вещи. А мы можем обратно в лабак? Да, 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 я там собрал деньги, только я не выжил. Ребят, 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 можем сейчас вернуться в лабак, пожалуйста? Нет. Нет. Я, короче, кто-то уберет табличку. Там, короче, отдельный привет. Иди ты нахуй, блядь. Хэ сам ван. Да, блядь, хватит сжимать, блядь, я почитаю. Ладно, похуй, пошли. Пойдем. Похуй, пошли. Все, держимся вместе, нормально будет. Ребят, да, надо быть вместе. Алло, прием. Деньги. Алло, алло, слышно? Монет. На пробел рация, ребят. Алло, привет, 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 алло, как дела? Бля, я бы эту лисицу... Бля, я бы эту лисицу бы трахнул, бля. Я бы просто её трахнул, бля. Я бы эту лисицу бы трахнул. Так, аккуратно, главное, парни, вместе держаться. Пацаны, вам надо... О, что ты нашёл за эликсир? Это healing potion. Максим, не нужно разделяться, мы умрём. Нужно разделяться, мы выживем, брат. Поверь мне, я когда хуйню говорил. О, я Библию нашёл. Парни, надо быть осторожным, тут везде маньяки. Тут, короче, есть монстр, который слушает вас, нужно тихим быть. Нет, парни! Боже, брат, блядь! Она тебя обнимает. Закрывайте, закрывайте ее нахуй. Просто отказывайтесь. Бежим, блядь. Все? А ты, у тебя она надамажила или нет? А, ну все, тогда пошла она нахуй, дура ебаная. Интересно, что надо с золотом делать? У меня что-то есть, какой-то компас. Парни, что? Ой! О! Деньги положились. Нас вернул домой, блядь. А кто нас вернул домой? Я нас домой. А нахуй ты это нажал, блядь? Пацаны. Да я ебал, что это, блядь? Давай попробуем что-нибудь купить, пока Макс не видит. Вот, смотри, можно купить что-то. О, смотри! ЕМФ. Ой, хочу датчик ЕМФ купить. Смотри, Антон. Пацаны. Иди сюда! Блядь, идиот, сука. Пацаны. Я нашел кровавую дверь, пацаны. Тох! Максим, аккуратно, там плохо двери. Тох, возьми кровавую хуйню! Не открывать, правильно я понял? Ну там опасно может быть. Антон! Так я знаю, блядь. Антон! Кровавую дверь открывай. Антон! Я нашел какие-то часы, пизда. Ой, возьми хуйню! Я открываю кровавую дверь, смотри. Скажите да. Это датчик. А что это? Он измеряет монстров. А он работает? Ну я его купил, не знаю, должен. Как его, блядь, включить? Он сам будет работать. Смотри, Илюха. Куда? Блядь. Смотрю. Все нормально. Ой. А Дрейка сейчас убьют. Вот вы и пришли в мою студию, дорогие друзья. Присаживайтесь поудобнее. Я сейчас что-то буду делать. Ебать. Я позвонил в колокольчик. А зачем ты это сделал? Он сейчас демон придет? Я не знаю. А может и не придет. Но у нас есть датчики, мы все знаем. Я не уверен. У нас датчики, видишь, в руках. Ты, кстати, тут золото не собрал, Максимкинс. Я собрал. И тут не собрал. Пошли, короче, в кровавую дверь, а вот похуй, поебать. Надо собирать подарки. Сосуды. Давайте забираем. Сосуды. Я направо, за мной, пацаны. Мужики! О, ребят, здесь дверь какая-то. Макс, пацаны. Это ты уронил? А, блядь, ну нахуй ты пугаешь. А Дрейка убили, походу, ха-ха. Блядь, заебало. Вот сюда надо, смотри. Здесь вообще нет монстров. О, колокольчик. Вообще реально ни одного монстра. Ты звонишь в колокольчик? Да. Да, собирайте деньги, парни. Ура! Деньги? Это я Дрейка вызвал. Это ring for sex. Ребят, тут какой-то коридор дальний. О, тох, здесь монстр! Монстр! О боже! Смотри, чуваки, смотрите! Блядь! Молодец! Пять звезд мы набрали. Пацаны. Да. Пацаны, у меня часы. Ого. Ребята, у нас на датчике 5. Ребят, это следы демона, видите? Вы видите их? Блять. Тихо, не звука. Валим нахуй. Хелп! Блять! Хелп! Я иду! Братишка, что с тобой? Привет, меня уронил зомба. Тебе дать лекарство? У нас 5 показателей было максимум. Да, и что это значит? Ну не знаю. А, это как фазмофобия. Ой. Они сдохли оба. Пойдем, Дрейка. Короче, когда монстр, надо молчать и сидеть. Пацаны,
Пацаны, пацаны, мы валяемся, помогите. Пацаны, код руина, нас двоих... Только это не работает! Повторяю, нужна поддержка с воздуха. Гандон! Код руина, повторяюсь, нужна поддержка с воздуха. Поднять два тела. Прием, код руина, повторяю. Стой, хуесос! Илюха, иди сюда, подними два тела. Бля, иди нахуй! А Дрейк сейчас умрет, код руина, помоги, блядь. Блядь! Гандон ебучий, сука! Помоги. Ты хули все двери закрыл, уебок? Алло, парни, слышишь ты меня? Подними меня, блядь! Подними меня, блядь! Я посру во все пакеты, блядь, просто подними. Помогите, парни, помогите, пожалуйста. Подними меня, уёбок! Поднимите меня, Макс. Привет. Как схуило вообще ничего не делает, блядь. У меня дедушка. Спасибо. У меня двое. Это, кстати, не работает нихуя. Блядь, ребята, у меня двое, у меня дедушка. Блядь. Да пизду нахуй! Блядь, этот угол! Тупичок гоблина, блядь! Стой, копи стамину. Блядь, беги нахуй! Чё за пизда, нахуй? Алло, прием, Макс, ты где? Рэбе. Часы. Найс. Ой! Ебать, можно... Что? Смотри, о! А мы же, блядь, не посмотрели... Привет! Кто, я телепортнулся. Надо понять, чем их можно ебашить, слышишь, бро? Да, это в начале, когда вот в самом начале мы начинали, там было... Надо купить приколы, сейчас все сделаем. Как перемотать вниз список? Купить? Крест. Как перемотать список? Смотри, ребята, я придумал. Так, ребята, смотрите, давайте так, просто поделимся. А, я возьму тогда Анг. Я крест беру. Пацаны, у меня арбалет! Твой Анг нахуй стоил, блядь, столько, что больше нет нихуя, блядь. Распятие стоит тоже дохуя. Пацаны, у меня арбалет! У нас бабла нихуя нет, ребят. Я арбалет купил за 700. Я короче, купил шприц, чтобы укрыться. Арбалет 700. Короче, парни, я знаете, что сделаю? Я сейчас, смотрите. Ой, блядь. Я сейчас куплю хилку. А стрелы? А стрелы как? Подожди, стрелы надо купить. Не знаю, ма. Пиздец, вы... Чё? А где Дреба? Вот он, ребята. Вставай, малышка. А где? А его можно понять? Подожди. Даже без стрел, что ли? Нас... Ебать, он закоченел. О, я его взял. Поднимай его. В лес! Выкинь его нахуй. Как? Ебать, он у тебя... Отдай его чумному. Съебал! Ты одной рукой держишь. Я сильный. А я могу, ля, сука, нихуя. Отдай его чумному доктору. А, чумной доктор его за 100 монет захилит, ребята. А, нам нужно 100 монет, все, пошли. Надо продать арбалет как-то. Как отменить транзакцию? Блять. Чумной доктор у вас живит за 100 монет, блять. Нам нужно 100 монет. О, парни! Блять, я... Да, верну. Я выстрелил. Чё, пошли, нам... Пошли убьем монстра из арбалета, пошли убьем. Есть стрельба? Есть, пошли, я убью его. Чё, пошли, давай, хуярим эту блядину. Сейчас мы убьем монстра. Давай, о боже, на! Девочка! На! Ох, ебашь её! Я убил ее! Нет, не убил, пизда! Пацаны, я... А, блядь! Быстрее, нахуй! Ну его... Ребята, стоп, послушайте меня, ебаный в рот! Короче, арбалет не работает. Девочку, я ее убью, я знаю, как ее убить. Как? Как? Я знаю ее. Тебе я нужно дать ей краску для розовых волос. Доктор, иди за респекта. И ребята, я отвечу девочку, поверьте. О боже! Что за ребенок? Так, хорошо, так, я возьму эту девочку. Возьмите, пожалуйста, кто-нибудь из себя маленького мальчика. Я возьму! Мальчики, я... Вы как? Ты козел, блядь! Что? Пиздос это.
Это был пиздос, братуха. Я предлагаю дать им Дрейка. Ты обещал мальчика взять на себя, блядь. Ну-ка я мальчика взял. Другой чел еще подошел, там слушатель какой-то. Илюх, не ебашь слушателя. На счет три бежим все налево, готовы? Давайте. Раз, да, готовы. Два, три. Три. Земля ему пухом, блядь. Ждем. Так, ну вроде. А ты сразу понял, да? Да, да, конечно. Пойдем. Я все, я ебнул. Как? Как? Ну вы же не стали читать, я их ебнул. А что там было написано? Во. Ты прочитал молитву? Я не скажу, блядь. Я тебе ты не молился? Скажу, нихуя. Макс, ты пиздобол, они все, сейчас пошли, придут. Там... Пахнет, пахнет, пахнет. Пахнет вот нормально. Там, сейчас выйдет из угла. Ой! О, ребёнок! Ёбаный... Короче, то? Я объясняю. Мы уже, скорее всего, заруинили 100%. Там в начале в нашей клетке был написано, чуваки, поднимите меня. Ебашек какого демона. Понятно, то хуй пиздюк от пиздюк. А как убежать отсюда? Что происходит? Что за звук был? Что это было? Я не понял. Все, мы уезжаем. Давай уедем. Как? Как закончить миссию? Алло, блядь, поднимите меня, я мертвый валяюсь, поднимите. Ладно, Макс, пошли, мы сможем, пойдем. Пойдем поможем. О, мои друзья бегут меня спасать. Братик. Привет, да. Друзья. Жалко, Дрейк умер. Ну ладно, смотреть игру тоже очень будет. Интересно. Если у нас будет 100 монеток, мы Дрейка вернем. А надо найти монеты. Ребят, послушайте. Короче, я смогу убить девочку. Так, идет. Там демон идет. Да! Я убью. Я убью, вы соси. Блядь, она меня убила раньше. Поднимите, я ее убью. Брат, подними меня, я ее убью. Илья, помоги. Илья, она уходит. Тихо, тихо, заткнитесь. Она ушла, она ушла. Заткнитесь. Она ушла, Илья. Заткнитесь, блядь! Подними меня, блядь! Подними меня, блядь! Меня подними, блядь. Все, нормально, она ушла. Что надо делать? Помогите, объясните. Я девочку. $100 надо. Ну за Дрейка оживить как-то. Где эта сука? Дай почитать. Дайте мне выжить хотя бы. Она девочка! Вот сюда. Где? Ребята, Тох, у нас же датчики есть. Вот, смотри, сейчас будет 100 монет. Хуй, блядь. Имба. Пошли, надо отнести. Да, парни, да, часы. А сколько денег? Ой! А, я сейчас вернусь обратно. А вот и я! Ай, блядь, а вот и я! Пацаны! Бум, хэдем, шэдем, блядь! Пацаны, прием, вам надо меня поднять, слышу, я опять не успел убить, у меня хп закончилось раньше, там монашка была. Он стоит, читает, вот, его персонаж читает заклинание, бум, хэдем, шэдем, и он просто на колени падает, потому что он чел убивает, блядь. Ебануться, чуваки. Пойдем. Хэдем, шэдем, блядь. Ребята, Зубарев ушел, поднимайте меня. Он поймал, он убил... Зубарев убил Антона. Бля. Такая вредятина, блядь. Поднимай, блядь. Он сейчас идет. Он идет. Зубарев идет, бежим. Он идет, сейчас выйдет из-за угла. Какая хуйня! Пизда! Бля, какой мы почти насобирали на возрождение. Нужно еще пару заходов, и Дрейк вернется. Дрейк, мы вернемся! Пошли, парни! Дрейк, мы тебя спасем! Нужно ходить направо, парни. Пойдем. Направо зубы.
будет здесь. Так, одна звезда опасности. Может, здесь есть что-то не залутано? О, парни, сюда, сюда, сюда. Давай-давай. Ебать бабла. Давайте, давайте. У нас есть, деньги. Есть, и на базу надо идти, чтобы его оживить. Все, 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 домой. Уходим. Я умер, парни, помогите! Ёбаный в рот, блядь. Она ушла, спасите меня, блядь. Парни, она ушла, помогите. Пиздец. Макс, а ты когда зачитаешь свое заклинание? Короче, проблема в том, что у меня хп не хватает. Че там, слим в жизни, блядь? А че вот это такое, парни? Я не успеваю. Ребята, короче, нужно... Это массажер для тела. Пойдемте. Короче, ребята. Давай, Макс, читай заклинание, главное. Тебе надо первым забатить. Да, нет, давайте я скажу, где монстр будет. Пойдем. Давай, идем. Надо первым, чтобы она меня не убила за это время. Я не хочу бежать, я хочу стамину поиграть. Вот здесь, парни, здесь. Там что-то пищит. Это мое пищит, нормально. А, нормально, тише, тише. Детектор. Ой. Где-то здесь. Пока. Где-то... Идет. Уилла, покажись! Где-то рядом. Ой, вот, а она. Вот она. Давай, бум, хедим, шедим. Я не успею, блядь! Бум, хедим, шедим! Не успеваю! О боже, блядь! Да почему я? Блядь, она с одного раза убивает, блядь. Блядь! Ёб под юбкой! Макс, как дела? Люк, там слюшей тебя пиздит всех. А чё у тебя, Макс, с голосом? Это у тебя чё с голосом? Какая хуйня! Бум, хедим, блядь. Бум, хедим, шедим и падает, блядь. Смотрите, смотрите, смотрите сюда. Вот, оцените. Во, 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 сюда, смотрите. Во, видите? Типа, undead, вот, undead умирает от кола. А-а-а. Да. Демоны какого умирают кола, от демона. Кол. Вот, кол. А, понятно. А-а-а. Демоны, да, умирают, да, от демоны, этих штук. И нам нужно все... Демоны, так мы охотники за привидениями, нам нужно всех призраков убить. Да, мы... да, да, но да, нам сначала нужно собрать золото. Да. Нет, нет, не обязательно. Бум, хедим, шедим, блядь. Где сразу, там не было. Бум, хедим, шедим, блядь. Короче, пацаны, вот я, короче, мог ее убить, но просто не успел, на меня не пошло раньше. Все, поехали, парни. Нормально. Погнали, ребята, я готов. Мы разобрались. Бля, можешь рубить для вайба охотников за привидениями? Не надо. Бум, хедим, шедим. Бум, хедим, шедим. Погнали, пацаны. Погнали. Где Библия, ты говорил? Быстро собираем. Так, все, ребят, короче, окей. Пошли, пошли лутаться, лутаться. Нам, короче, главное купить ЕМПшку сразу. А что это за фейк-значок? Что? Ты как? Это что такое? Это кто, блядь? Как? Макс? Это не это не он, это фейк, блядь. Это чё за хэ, блядь? Это чё за, блядь, ёжик Соник? Он сейчас нас отпиздит, или это Макс сейчас? Блядь, что? Ты ж, блядь, что такое? Блядь! Блядь, я, блядь! Я не понимаю, что это за хуйня, блядь! Что это, блядь? Да, блядь, не понял, я не буду, помогите! Блядь, это ты, Максим, да? Ты блядь? Что? Пацаны, у меня есть две контры. Сука, у тебя никнейм, блядь, над головой, урод. А что ты сказал, Тох? Чего? Ладно, наверное, не послышалось, блядь. Я послышал. У меня две контры на привидений. А как он на корточках бегал? Я не знаю. А чё у него, блядь, Макс? О, Макс Акулов, зомби есть. Блядь, это было страшно. Бум, хедим, шедим. О. Я звоню. Ой, блядь. Ой, блядь, чё началось-то? Чё-то со стен падает, парни. Где закрылось? Ой, пизда. Я контрю, если чё. Давай. Я собираю золото, если чё. Где он? Я нашел шахмату, которую нужно поставить. Тупая хуйня. Это пиздец. Тох, там со стороны это выглядело пиздец как смешно, блядь, вообще, нахуй. Да он ногами чешет, блядь. А как он, блядь, на картах бегает? Так, если видите, не знаю, как говорите, я его ебал.
У меня есть шахмата, надо ее положить там, где стол. Парни, сюда. Бум, хэдди, мшэдди. У нас деньги есть, да. Надо бы отнести. Парни, парни, урон! Где? Датчик. Пять показывал. Где-то рядом. Вот здесь у стола было. Это полтергейст, видимо. Оно туда где-то перемещается. А, я забрал просто со стола эту хуйню. Возможно, из-за этого. Тём пищит. Макса не слышит. Вон, девчонка! Стой, смотри. Бум, хейдим, шейдим. Блять, она меня ёбнула раньше. Стой, смотри. Она съёбывает. Ой, не съёбывает. Нахуй это дерьмо? Бум, хейдим, шейдим. Алло. А как, блядь, Макс бегал на корточках, мне просто интересно. Чувак, там пизда. Поднять. Блядь, у меня яйцо заболело. Спасибо. Бежит хуйня, вон какая-то страшная. Это скорее всего, демон, это демон. А что с Максом? Бежит сюда хуйня, которая слушает. Блядь. Блять! Козлина ебуна, блять! Что? Блять! Как он меня ударил-то, блять? Ничего, они нас засейвят. Помоги, Тох! Чё? Ух! Бля, чё за хуйня? Вы меня не слышали? Нет. Алло! Парни, нам нужно было вернуться за обмундированием. Макс, как ты бегал на корточках? Объясни мне. Я не бегал, у меня игра... Чувак, это пиздец! Я с вами разговаривал, блядь, я еще не понимаю, что ты, ну, орал. Бля, Макс, посмотри потом клип, у меня точно заклипали, это пиздец полный. Ради. Это пиздец просто, это ужас. Я думал, это мимик. Я тоже думал, что это мимик, да. Бум, хэдим, шэдим. Нет, просто посмотри на это. Бля, чат, скиньте этот клип, пожалуйста, где он на картах бегал, это просто пиздец. Да. Все, ребят, послушайте меня. Короче, надо рассредоточиться и собрать дохуище всяких вещей, потом собраться. Короче, быстро собираем бабки, возвращаемся, собираем сюда. Я правую комнату беру. Я иду налево. Давайте, парни, собираем бабки и возвращаемся обратно. Потому что надо прямо вместе работать. Да. Ребят, если находите какие-то предметы для убийства, типа свитки, сразу говорите, потому что они нам... Бум, хэдим, шэдим. Быстро собираем монетки и идем обратно, пока нас не убили. Да. Тут, парни, тут сундуки можно находить в сундуках, пиздат. Блять, нахуй. Я арбалет нашел! Ой, хорошо, забирает, вообще идеально. А арбалет убивает андедов, насколько я помню. А это, блять. Я, блять, Дрейка нашел нахуй. Бежи. Я нашел Библию. У меня очень много крутых вещей. Я могу убить много кого. Надо гейм покупить. Бум, хэдим, шэдим. Ебать. О боже. Убил! Убил, парня. Убил андеда.
Ебать, я жесткий. Убила, я убил этого монстра. Ебать, я денег принес. Ребята, а вы взяли колу или что? Так, пацаны, у меня есть библия и есть арбалет. Не покупайте библию и арбалет. У меня есть... Ребят, свет, очки и помоем против призраков. Нам против демонов нужен крест. Пацаны, у меня невидимых монстров вот эта хуйня ловит. Найс. Блять, а что делать с крестом, ребят? Не знаю. Бум, хейдим, шейдим. Бум, хейдим, шейдим. Я одного монстрика убил. А у кого-нибудь датчик ЕМП есть? Нам нужно по центру сейчас. А датчик есть у кого-нибудь? Не, нету. Ребят, сейчас следите за демонами, а у нас вот библия. А как читать книжку? У меня есть. Я не знаю, у меня есть какая-то погремушка, блять. На Т. Я только призрака могу отхуять. А, это то, что да. Говорит, что как убивать. Давайте прямо, может. Можно ребят, сильно не шумите, они если нападут... Нам нужно трое шахмат найти. Там две. А, это вот, это в левой зоне, ты помнишь? Да. Бум. Деда, ребята, у меня, где? Давай. Вот сюда. Идем к Тохе. Это Дрэк, по-моему, не? Убил. Хорош, лучше, братух. Пизда. Есть лучший в мире. Идем дальше. Давай дальше по коридору. У меня еще три патрона есть. Ебать, тут всего, нахуй. Что угодно, парни. Я лутаюсь. Ебать. Будьте на охоте. Илюх, не сходи прицел. Ладно, я на охоте. Ребят, да ебаный нахуй. Это, по-моему, против демонов, но я не уверен. О, это колокольчик, надо позвонить. Пахнет андедом. Я слышу, как будто андедом слышно, блядь. Это я, блядь. Вот, блядь, гоблин ебаный! Где? Гоблина с свитком, я не помню. Там этот какой-то, блядь, маленький был, нахуй. Блядь, если маленький человек, то это пизда. Ага, маленький, да. Я могу попытаться свиткой. Свитком. Ну вот он здесь. Я могу застрелить его. Вон он здесь бегает, блядь. Он бежит сюда, парни. Убил. Не, он не умирает. Нет, он убежал. Да не трать, не трать, Макс, не трать. Попробуй трать, свитком. Че за хуйня? Давай, где он? О. Бум, хейдим, шейдим. Бум, хейдим, шейдим. А где Дрейк, блядь? Дрейк, ты где там, нахуй? Не знаю, куда-то... Я собираю дохуя денег, чуваки. Вон. А он что-то хочет от нас, пошли за ним. Там Мишка плюшевый. От нас? Да, он нас ведет куда-то. Он нас ведет куда-то. Пойдем. Там плюшевый Мишка. Тут подарки раздают. Ебать, парни, вы чё? А чё вы не собираете ништяки? Пиздец, блядь, Джарахов какой-то бегает. О боже. У меня невидимых его, только ловит. У меня невидимых только ловит, алё. Может, мне еще раз по нему попасть надо, парни? Может, не надо. Ой. Еще раз попал, блядь! Отдай стрелу, уёбок! Он злой стал какой-то. Ой, следы! Это я сделал. По нему еще стрелять надо, парни, походу. А чё он хочет? Я надо попасть с него. У меня закончился арбалет, надо купить новый. Он злой какой-то стал. Надо еще раз в него попасть, видимо. Я кол нашел. Просто бегает, блядь. У меня шахмата. Воткни в него кол. Я крест нашел. Я крест нашел. Крестом чес. Ему на хуяче, дреба. А где крест? Бум, хейдим, шейдим. О боже. Чё тебе надо, блядь, ну? Ребята, я нашел еще одну шахмату. Нужна еще одна нужна. Нам еще одну надо, да? Да, их трое нужно. Сделаю. Стойте все на месте, стойте все на месте. Не надо нам телепортацию, долбоебень. Почему? Потому что тут еще не залутано, ебло, блядь. У меня монет, пиздец. Ребята, ебать, где мы нахуй? Да нихуя здесь нет. Если невидимый призрак, я его словлю. Ёлка. Давай. Бум, хейдим, шейдим. Бум, хейдим, шейдим. Опа. Ой. Я использовал, все, я понял. Она там сидит? Она в сиськах? Да, она... Лучше уйдем. Я вижу ее, ребята, она здесь. А вот, да, убегай, Дрейк, у тебя. Дрейба, тут еще один. Вот тут, Дрейк. Я не могу.
А что ты можешь вообще, блядь? Вот, туда, вон, она убежала туда. Бежим. Лови шлюху. У меня денег, пиздец, пацаны. Ты парни, за назад вернитесь, долбоебы, тут учет за шахматы. О, все, пошли шахматы поставим. Я могу забрать. Давай. Пойдем, поставим. Все, пошли шахматы ставить. Дреба, кстати, можешь нас телепортировать сейчас, чтобы... Давайте, да. Надо деньги отвести. Оу, я! Ля, сука. Нормально. И выходим, шахматы ставить идем. Да, пойдем сразу шахматы, ребята, или потом закупим. Я купил еще один арбалет. У меня ключ есть. Поехали, пацаны. Я купил арбалет еще один. Парни, я потратил 700 монет, чтобы купить еще один арбалет. Спасибо, чат. Слышите? Да че долбоеб арбалет имба, блять? Ставьте фигуру. Ставьте. Три. Четыре. Опа. Опа. И что, открывается? Ух ты. И че, кто взял? Ничего там не получили мы вроде. Ток, ты спиздил, что у тебя там? У тебя в руках. Чё, ничего, блядь, не, я ничего не брал. Да, я видел, блядь. Пролистай свои руки. Прошли, блядь. Парни, сзади! Сзади. У меня есть хуйня. Крест. Давай, Дрейк. Он поможет? Сосис, шлюха. О, хорош, Макс. Кинул эту хуйню, блядь. Хорош, Макс, ты убил ее. А для чего она? Может, ее домой надо принести? Наверное, да, это, наверное, наша цель. Бум, хедим, шедим. Слим шейдим. Да. И куда, ну, принесли, блядь, эту штуку. Может, кому-то отдать? Нахуй она нужна. Может, ее надо такое, поставить? Какая-то сфера, ребят, ебаная. Головоломка, ребят, вот она на какой-то головоломке. Ее где-то надо поставить, да. Ну-ка, дай тебе в книжке прочту. Хейдим, Слим шейдим. Ничего я не понял. Да, блядь. Я не вижу здесь первого вообще. Ну, была чуйка то, что мы прошли первую главу. А я демонов убиваю крестом. Так у тебя не крест. Поп the balloon, чтобы прогнать Ричарда. Ребят, помните, там дверь была, да, с круговым отверстием? Точно, пойдем. Powerful, подожди. А где она была, вы помните? Я нет. Нет. Ну, мы убили, наверное, всех призраков уже. Кроме этого долбоба, но я его убью, где, который бегает. Где-то ходит гоблин и полтергейст. Где демон? Гоблина я убью. Гоблин он нападает, блядь. Я говорю, гоблина я убью. А вообще посередине она была. Там было про шар в книге, да, а, блять. Нам надо сейчас вместе работать, мы разошлись. Надо гоблина убить. На ключ. А где она? Справа, слева, где? Парни! Ключ. Парни, сюда идет. Кто идет? Вот эта хуйня. Кто? Убил. Нет, это ребенок, его не убить этой хуйней! Крестом. Это долбоеб какой-то. Дрейк, у тебя крест. Подожди, я его ебну. Давай. Я его ебашу, парни. Умри, сука. Я на саппорте. Получай, ребенок! Ахни, ребенок! Умри, ребенок! Смерть ребенку! Ой! Блядь, ты хуёво держишь, братуха! Как ты хуёво держишь, блядь? У меня кончился крест, блядь. Так а что ты молчал-то, блядь? Я тебя поднимаю, Антош. Не молчит, блядь. Макса, походу, ребенок сейчас съест. Что? Нахуй я погремнул закрытую дверь открою. Пацаны, я что-то слышу, да, блядь, какую-то... Закрытую дверь. Пойдем. Парни, блядь, у меня у одного стук сердца? Хейдим-шейдим. Где была закрытая дверь? Где хейдим-шейдим? Пойду. Но... Пацаны! О, ты жив? Дверь. Ты жив? Да. Да, мы живы, Максим. И там надо выходить как... У меня там из-за мной ребенок. О, я а ты живой? Базу. О, ура. Вася, что она дает? Нет, бро. Почему у меня сердцебиение? Пытались, парни. У меня сердцебиение, у вас нет его? А у тебя сколько хп? Я боюсь. Фул. Я не могу к вам пройти вообще никак. По-моему, на меня охотятся, чуваки. А мы туда ходили, туда нет смысла, не мы туда не доходили. Это все нет. Еще ребенок, нам ребят, нужно в другую сторону. Демон, потому что вроде было... Парни, у меня сердцебиение, блять, и оно не прекращается. Говорю, про Белж... Да и похуй, бро. Про Белж Мити. Расслабься. Мне стрёмно, блять. Бля, на коленях, нахуй, сосуху, здесь пожалуйста. Здесь закрытая дверь, парни какие-то. Ребята, уважаемые друзьяшки, любимые. Где закрытая дверь? Нихуя там нет, блядь. Он наебал, ну, ладно, говорить то, что мне нравится, пока меня нет. Библию парни! Нашел. Что за звуки, блядь? Я что-то вижу и слышу. Надо найти закрытую дверь, блядь. А тут были. Не тут вижу. Были. Макс, ты живой? Макс. У меня шиза какая-то. Макс! Я не понимаю ничего, блядь. Ты живой? Он делает вид, не, что он... Не-не-не, он живой, он в рации говорит, ребят.
На меня кто-то охотится, блядь. Да никто на тебя нахуй не охотится. Чувак, у тебя есть сердцебиение? Блядь, чуваки, у меня вот есть. За мной ребенок бегал. Ребята, как убить ребенка? Хейдим, шейдим. Надо найти. Я не понимаю. А где духи? Она была закинута углом. Бум, хейдим, шейдим. О, ля, нихуя. О, смотри, тут что-то лежит. А, это мы деньги. Тут не были. А вот тут мы не были. Ну тут не были, да. Ну-ка. Ага. Ага, ладно. Клад. Забираем. Смотри. Забирай деньги. Забрал. Это комната. О! Стоп! На секунду прекратился, опять появился. Что за бред? Ой, тут невидимый, невидимый! Как ты понял? Где? Я его видел на секунду. Я вижу сзади. Я звоню в колокольчик. Покажи его, я его выгоню. О, нет. Я позвонил в колокол. Кто нажал? Это я позвонил. У меня хилка. Где этот гоблин ёбаный? О. Давай, о. Чё, у меня тарелочка... Ой, чуваки, у меня тарелка какая-то и ключик. Ребят. Тарелочница какая-то. У меня какая-то тарелочница и ключик. О. Тарелочница? У меня тарелочка и ключик. О, кол. Забирай, у меня есть кол теперь. У меня, если что, есть... Ебать, у нас предметы. А что за ключик у меня? Ой. Что я могу открыть? Ну что, парни, что делаем? Ключик это для двери. Ну, нам а тарелочка? Выйдем, потому что у нас золото миллионы. А тарелочка? Кто у нас реально? Да, меня надо выйти, у меня уже заебало сердцебиение, блядь. У меня заебало сердцебиение, надо выйти. Давайте на выход, так вынесем золото. Да, го. Наверное, сюда, налево, ребят. Вот, вы уверены, что там хуйня? Вот здесь мы еще не были. А, нет, еще один свиток. Я еще одну вазу нашел. Где выход, блядь? Я могу вам дропнуть один свиток, надо? Нам сейчас, вам тоже стрёмно, да, от этого сердцебиения, блядь? Тем более то, что оно у меня есть, а у них нет. Так, работаем. Где на выход? Во. Можно... Денег принес. Фух, наконец-то прекратилось. Ебать. Ебать бабла. Принесли. Так, смотрите, нет, парни. Ну, непонятно, нам вроде ничего не нужно. Смотрите, у меня есть какой-то ключ. Вот он. И какая-то тарелка, блядь. Ребята, важный вопрос. Вы убили же ребенка того? К сожалению, нет. К сожалению, мне не удалось застрелить ребенка. Тогда, чем бы убить? Помните, чем бы убить? Может, нам купить предмет? Вот шип будет. Это, по-моему, убийство его. Так. Так, слушай, что делать? Да. Я нашел, что нам надо купить. Чё? Чем? Подожди, может, у меня это есть? У меня дохуя есть. Шипс блад. Тут прям написано. Слушай. Так, Temple of Subdance Demons Vizaria. While Illumination the Cross, you can't turn up with the Demons, so the Creator cannot move forward. Короче, Макс, это хуйня просто демонов станет. Нет, это крест просто станет. А вот эта хуйня, Temporate Subdance Demons Vizaria. Ну, то есть, типа, держится демона в арену. Чуваки, на вас пиздюк не нападает, если вы не будете бежать. Короче, ребят, слушайте, как... С демоном какая ситуация? Ну, как я понял, у тебя же есть Библия, да, Илюк, все еще? Да, смотри, ребенка можно убить, знаешь, чем? Крестом. Короче, мы станем, а потом чем? Читаешь... А, нет, а как прочитать мне Библию, когда будет ребенок? Наверное, чтобы он стоял на месте. Короче, Дрейк, ты должен застанить ребенка, а я его убью книжкой. Смотри, знаниями. Да, давайте, нормально. Илюх, послушай меня, зайди просто в магазин и посмотри, видишь, здесь прям написано экзорцизм. Ой, я продал вазу, пацаны. Да, все нормально, я разобрался, все норм. Короче, парни, я продал вазу. Крест есть? Какую вазу? Крест нет. Ну-ка, а может я могу продать... Как ты продал? Можно. Кинь туда и закрой. Ну-ка. Я покупаю крест, пацаны. Пиздец. Она разбилась, блядь. Чат, блядь. Ребят. Так, короче, вазу еще одну продам. Ребят, я покупаю крест. Говорят, что у меня не та книга. Да та, чат. Пацаны, я покупаю крест? У меня есть ключ какой-то. Что делает ключ? Блядь, алло. Покупай, блядь. Ключ есть. Ключ открывает, короче, дверь. Ключ открывает дверь в секретную комнату с пиздатым мутом. Я взял ЕМП, Дрейк, забери крест. Я тоже ЕМП возьму. Где крест? Бери клет... Короче, Дрейк, смотри, план такой. Ты станешь школьником, а я его убиваю книжкой. Давай. Понял? Ну, короче, разобрались, как убить демона, сейчас они придут, все. Знания убьют ребенка. Да, вот этого. У меня ЕМП. Ребят, за мной, я первый иду. Библия ребенка убивать? Да. Да. Ребенок! А, парни, самое главное, рядом с ним не бегайте. Ребенок нападает только на тех, кто бегает быстро, на шифте. Ага. Сюда. Опа, вот здесь ЕМП, ребят, здесь рядом. Ребенок. Вон спереди, это Undead. Это Undead, я... Это дичь, его колом. Предоставь, нет, это мне, предоставь это мне. У меня кол. Давай, ебашь его.
На нахуй. Хорош. На нахуй. Я его заказывал, блядь. Пошли еще искать, пошли еще искать. Бля, Тох, ты вообще братик. Ребята, еще рядом. Стойте. Не-не, вправо, вправо, он здесь справа. О. Да, вот там. О, я его добью нахуй. Иди сюда, блядь. Лови О боже. Парни. Отпейте маленького. Бежал. Убить, убить, убить гандона. Вот он. Стой, отойди. На, нахуй. Я встаню. Я читаю книжку, У тебя есть, у меня закончилась библия, она одноразовая. Ребята, пиздюшня! Книжку юзай. Он нахуй мёрт, блядь. Хорош. Все, осталась только одна хуйня. Nice. Все, ребенка убили. Теперь нужно другого какого-то. Все, ребенка, это полтергейст. Полтергейст остался. А его чем убить? А полтергейст, наверное, вот этой штукой как раз ванилкой. Угу. Да, пошли искать. Ребят, мы разделились. Алло, куда ты пошел, зайчик? Я пошел к плюшевому мишке. Так, блядь, просто непонятно, хорошо, блядь, когда вы по рации говорите, нахуй рацию. Все, давайте, мы за Илюхой. Вообще-то слушай за мной, потому что у меня ЕМПшка. Мишка плюшевый. У меня тоже ЕМП, Макс. Блядь, вспомнил, как Макс бегает. О! Парни, нашел закрытую дверь. Идите сюда. Нашел. Закрытую дверь нашел. Я ее открыл ключом. Давай. Открывай. Ебать, тут бабла, пацаны. Ебать, бабло. Собирай, блядь, все. Ебануться. Нихуя себе, блядь. Что это было? А, блядь. Пабло. А что это такое у меня? Пабло. Я Пабло. Бесконечный кол. Спасибо, Гефест. Бесконечный кол. Мне тоже. Как это бесконечный кол? Ну он как-то серьезно выглядит, в отличие от вот этого деревянного. Он какой-то крутой. Пиздец. Пиздец. Пошли искать последнего монстра. Монстр! Иди сюда, монстр! Куля. Там был. Тут был? Где там? Был. Прямо был. Прямо, да. Эй, страшилка! О, давайте залутаем шкаф. Мы тут не были, кстати, да. Ничего не открыто. Ой, смотрите, какой маленький домик! Ой! Тут, наверное, что-то надо найти. Это кукольный домик Максимки Шабанова. Да, маленький Максим. Подожди, может, сферу в него надо как-то? Попробуй, засунь. Нельзя. Не надо. Пуля. Опа. Ребята. Ебать. Опа. Чуваки, это иди мама, сюда, блядь. Иди сюда, Макс. Мы в лабиринте каком-то травяном, блядь. Не спеши. А я сам не знаю, где я, пацаны. Мы в лабином в травяном лабиринте. Хули ты, блядь? Лабиной травелинт, это сильно. Иди нахуй, блядь. Бля, я сам понимаю, где я нахуй. Я нашел выход! Я пытаюсь к вам подойти, пацаны, но я не понимаю, где вы. Парни, тут два толчка и собака. Три толчка. А, вот, я нашел. Блять, мы уже были здесь, что ли? Вот ЕМП юзай. Я юзаю, да, но пока нихуя. О! Денюшки. Ебать, карта огромная, кстати. Опа. Что это такое, блин? Так, часы нахуй. Эта хуйня хорошая. Опа. Вот я слышал, что если звонить в эту хуйню, то что-то будет. Парни, вы где? Бля. Я уже обзвонил все колокола. Ебать, я стану. Хватит, блядь. Я стану так прикольно. Пацаны, сейчас постану. Постану. Привет, постанай. Кого? Да, реально, где полтергейст? Я заспавнил труп. Где? И где он, блядь? А, я телепортировался, блядь. Ебать ты дырки. Ёбаный в рот. А что нам делать? Ну, хуйня какая-то, блядь. Осталось какого-то последнего монстра. Подожди, тут есть супербоссы. Нажмите на Т, видите босс? Я не вижу босс. Да. А, в натуре. Что? Алло.
Алло, а ты откуда говоришь? Ты как будто в банке говоришь. А почему мы все в банке, блядь? Почему вы все в банке? Ты тоже это слышишь? А, это я завязал штуку, которая звуки подавляет. Босс это и Эмилия. Эмилия была боссом, кстати. Парни, я завязал штуку, которую звуки подавляют. Да. Я подавляю звук, прикольно. Понятно. Ну и что, мы прошли, блядь, или нет? Что делать? Я не знаю. Нет, надо найти последнего монстра. Бля, пошлите искать тогда. Эй, сука, выходи! Давайте золото сдадим. О, петух! Смотрите, парни! Петух! Ой! Дрэба! Что такое? Охренеться! Давай, да ты ебло, вставляй в дырочку. Вставляй в дырочку. Да не ключ, а кружок, ебень! Кружок вставь. Кружочек. Открывайте дверку. Да, пойдем. Ой, бля, мы в бэкрумсе. О, тихо, пиликит. Очень большой ЕМП. Ебать, это ЕМП-5. Босс, походу. Ёб твою! Ебать, их дохуя! По одному! Удалите ребенка! Держу! Пугало, блядь! Ебать, это пиздец. Какого? Нахуй иди, шлюха! Бля! Пугало ебучее, нахуй! Привет. Пацаны, их здесь раз, два, три, привет, блядь. Пять. Земля металлом. Мальчик, привет, мальчик. Там пугало мальчик, агрессивное, мальчик, блядь. Мальчик. Поехали. Так, братух, они ушли. Слим, Шэдди, Хэдди, Бэдди. Здорово. Слим, Шэдди, Хэбби, Бэбби. Илья, блядь, помоги. Илья, помоги, маму ебал твою. Помоги. Какая ты, блядь, ебаная. Тихо, тихо. Лёх, тебе надо Слим, Шэдди, Бэм, Бэдди. Ребёнка ебли! Блять! Ага! Мы сдохли, нахуй. Пизда, я не понимаю. Пизда. Как это пройти, блять? Как? Пизда, игрушка. Всё, чуваки, я наигрался. В пизду, нахуй. О, манибэк, ура. Всё, возвращаем игру, блять. Все, $5 получили, можно возвращать деньги. Бля, игра просто кошмар, нахуй. Ой, блядь.